Всем привет! Сегодня у меня большой 4-килограммовый сазан. Сазан — это вкусная и очень полезная рыба. Сегодня я буду готовить сазана. Для начала я его почистила, распотрошила. Теперь мне надо будет отрезать хвост. Голова. Вот эта часть я оставлю для, буду готовить уху, но это в другом следующем видео. А сейчас я буду жарить сазанов. Для этого мне нужно его порезать на стейки такими где-то кусками. Рыбу порезала вот на такие стейки. Для начала надо лимон. Обрезать лимоном, солью посолить. Черным перцем. Паприка молотый. Приправа лимонная для рыбы чуть-чуть. Еще добавлю чесночок сушеный. Хорошенько. Потом каждый стейк слегка обвалять в муке. Лишнее стряхнуть. Так вот. Буду жарить сейчас в казане. Налить масло в казан по стеночкам. Где-то 0,5 литра масла. Масло накалилось. Теперь мы каждый будем обжаривать со всех сторон. Вот
И жарим так остальную рыбу. Сазанчик в казане получается очень вкусный, очень полезный. Главное, готовится очень быстро и просто. Приятного аппетита и до новых встреч!